Я так подозреваю, что все эти Меркели и Оланды, они не врут, когда говорят, что Минские соглашения они заключали исключительно для того, чтобы подготовить Украину к войне. Да. Вопрос к войне с кем? Неужели с нами? А что коварная Россия вынашивала в это, вот эти жуткие замыслы напасть? По-моему, специальная военная операция началась в первую очередь неожиданно для нас. Вот мы-то точно ничего там не готовили. И весь вот этот вой, что какие-то там военные части дивизии подтянуты к границе с Украиной и там маневрируют, так это не значит, что там нарыто какое-то дикое количество укреплений, построены целые линии, все там забетонировано изо всех сил, подвезены боеприпасы и прочее, и прочее, и прочее. Все делалось сугубо с колес.